Друзья, всем привет! Ну вот, пришла пора и кукурузку отгрузить. Точнее говоря, она давно пришла, она уже ушла. Цена обвалилась. С кукурузкой пролетаем. Ну, зачищать амбар надо однозначно, уборка на носу. Поэтому сдаем кукурузку. Из расчета 650 килограмм ковш. Грузим КамАЗ сельхозник. Честно говоря, уже посматриваем на Турс. На погрузчик. Понемногу уже начинаю бате рассказывать о его преимуществах. Может быть, что и получится прикупить. Июнь месяц, в амбаре тут сено немножко было, барашкам заносили, воробьи по всему кагату растягали, хожу рукой почищаю. КамАЗ загрузили, сейчас грузим прицеп. Вчера поставили КамАЗ с вечера, взважили его, сейчас 8 утра уже КамАЗ нагрузили, прицеп нагрузим, поедем сразу его тоже взвесим. И следующий КамАЗ там уже будет на весах ждать. Ну, посмотрим. На два КамАЗа здесь должно быть. Ну, они один 29, другой 26 берет вроде. Я думаю, что должно еще и остаться. Ну, на крайний случай, если вдруг каким-то образом не хватит. Там он тонны 3-4 еще лежит для хозяйства. Доцепим оттуда. Но я что-то думаю, что еще и останется. Здесь же, как у нас, иллюзия обмана. Амбарчик на низ идет, как ямка. Поэтому объем должен больше быть. Такие КамАЗы хорошо грузить, у них стандартные, в принципе, борта. Ну, еще лучше обычные зерновозы, этот сельхозник, он с подрамником. С подрамником выше, на 20 сантиметров, по-моему, или на 30. Кукурузка. Передержали кукурузку. Обычно мы до июня месяца, ну вот это первый раз, что дотянули. Само поздно было, как-то раз в мае сдавали, ну, в первой половине мая. Но опять, ну, кто про что, а мы про свою продукцию. Вот это когда пошли скачки, непонятки с валютой. Смысл продавать и держать, ну, как на, за деньги, которые могут обесцениться. Ну, не знаю, все думают по-разному. Ну, вроде как, казалось, что зерно более твердая валюта, нежели там все остальные. Ну, по факту получается где-то, если давали за нее 15-20, 15-30, то сейчас по 13-70 сдаем. И то это, как выяснилось, отличная цена, потому что вчера там буквально один перекуп в статусе в WhatsApp писал: срочно куплю кукурузу, прям нужна очень быстро, по 12-70 или 12-80. То бишь на руб еще дешевле. Видите, под волну вот этого вот подешевения продукции
И сейчас малый спрос на нее, на кукурузу. Многие еще хотят нажиться и навариться. Деньги на первом месте у людей. Никто про людей никогда не думает. Все хотят заработать и все. Что самое интересное, когда доллар там за сотку вышел, цену никто не добавил. А сейчас, когда доллар ниже 60 опустился, ну сейчас, по-моему, 62-63 рубля, цена просела. Так что и пошлину вроде как с мая месяца снизили на 10 баксов. Ну что-то как-то на цене оно вообще практически не отражается, в нашу пользу, я имею в виду. Интересный такой рынок. Не то, что интересно, а непонятно, как вообще формируется эта цена. Я же говорю, чуть там повышение доллара или пошлины, все там, точнее, понижение доллара и повышение пошлины, цена прям летит с горы на низ. Доллар растет, никакого повышения. Едем важиться, друзья. Кукурузку в этом году еще не отгружали. Поэтому на всякий случай вот на газончике лечу сзади. Если вдруг перегрузили, то попрошу поставить газон рядом с весами, если что, прям с кузова ведром отсыпать. Ну, если, конечно, критически перегружен. Есть там сейчас допустимый порог, сейчас перегруз вроде 10% допускается. Догнали второй КамАЗ. Что-то кучка такая маленькая, блин, остается. То казалось, что останется, теперь кажется, что не хватит. На крайняк НЗ. С НЗ черпанем. Вон она, Шаланда. Трал. Водитель, получается, заехал передом, обычно задом заезжает, но у него полох с левой стороны, чтобы нормально загрузить. Говорит, вытолкай. Ну, посмотрим. Как начали грузиться, получается, водитель зашел, посмотрел, говорит, блин, наверное, не хватит. Я говорю, ну не хватит он, с НЗ выделим, поросят порежем, ничего страшного. Сейчас подходит, говорит, надо будет еще, наверное, поросят докупать. Я говорю, а что, та еще останется. Так, ну заканчиваем, три ковшечка осталось. Надо будет тогда здесь подгорнуть и оттуда остатки перевезти. Может быть, мешки пособираем, поставим стоимость. Ну то мешки, блин, тоже. Тут семенная пшеничка осталась. Но мешки легче, их можно и на кагат покидать. Под уборку готовить надо амбарчик. Все никак не поштукатурим. Может, в этом году получится. Надо заложить окна и поштукатурить его. Не ноль прям выводить, но просто хотя бы щели заделать. Тонн задом, конечно. Но это трал, это не КамАЗ с прицепом. Трал более управляемый. Молодец. Нормально. Вышел. Все, едем на веса.